Всем привет, друзья! С вами Сергей, город Краснодар, партнер Авто. И у нас куча классных машин в продаже. И сегодня я вам представляю еще одну. Вот появилась у нас эта Toyota Camry. В идеальнейшем состоянии, 2018 год выпуска. В максимальной комплектации, люкс, Safety. Вся целая машина, забронирована в бронепленку. Полностью. Полностью капот, стойки. Нет, стойки не забронированы. Капот, крылья, бампер, фары. Посмотрим, ну-ка. Вот 266 микрон, ну примерно 150 микрон пленка получается, да? Ну-ка. 150 микрон, да, пленка. 263, вот минус 150, примерно так и получается. Заводские. Заводские все элементы, друзья. Крыша тоже стилизована черной пленкой. Под зеркала. Так, что еще? Давайте. Под ручками дверей тоже пленочка у нас защитная. Заводское покрытие вот здесь вот также. Черный спойлер. Все в заводе, друзья, все в заводе. Завод 123 микрона. 102. Так, 117. Прибор немножечко может туда-сюда лгать. Все в идеале, друзья, никаких вопросов нету по автомобилю. И давайте более детально перехвачу сейчас камеру, покажу вот вам вот крылья. Так, вот, никаких недостатков. Диски в идеальном состоянии, резина в идеальном состоянии. Как новый автомобиль, пробег у него очень маленький. Сейчас посмотрим на пробег, друзья. Без ключевой доступ у автомобиля. Вот по лакокрасочному покрытию все в идеальном состоянии. Никаких прочесов. Так, только сказал об этом. И вот здесь на пленочке есть вот маленький, на пленочке. Это можно убрать, кстати. Все остальное вот как на новом автомобиле. Так, секунду. Вот. Вижу микроскольчик через пленочку. По правой стороне тоже все в идеале. Лобовое стекло с подогревом. На стекле, ну я не знаю, вот не знаю, микро какой-то где-то камушек может быть попал, но все, так стекло хорошее, чистое, без трещин. Так, слепые зоны показывают. По салону, друзья, перейдем. В идеальном состоянии здесь все. Также солнце засвечивает. Ну, я вам передаю картинку еще и словами. Для того, чтобы было вам понятно. Вот как новый автомобиль. Как новый автомобиль. Сиденье совершенно новое. С вентиляцией сиденья, с подогревом. Автохолд, электроручник, торпеда в идеале тоже, но потолке никаких недостатков. Шторочки сзади, на задних стеклах, шикарная дверная карта, тут совершенно новое все, никаких вообще воздействий, задняя шторочка. Здесь у нас что, друзья? Ух ты! Вот так. Как будто бы такая электрические сиденья. Вот. Ничего себе. Круто как. Крепление Isofix. И здесь две розеточки. Получается USB.
автоматические стеклоподъемники, получается, все у нас на этом автомобиле. Так, камри. Вот так. В багажнике тоже так же точно все идеально, как в новом автомобиле. Полностью весь набор, все есть. Вот снизу вам, посмотрите, друзья, снизу, как она выглядит. Идем дальше. Здесь также не замечаю никаких недостатков. Приятно, конечно, показывать автомобиль, на котором нет никаких недостатков. Рекомендовать такой автомобиль, конечно же, хочется с удовольствием. Друзья, все четко, все четко. Ну и водительское место также. Дверная карта в идеальном состоянии. Память сидений, электрозеркала, складывание зеркал, автостеклоподъемники, центральный замок. Идеальное покрытие, пластик, не зацарапан, ничего, коврики как новые. Так, автосвет, подогрев руля, кнопка багажника, подогрев лобового стекла, электроруль, рулевая колонка, электрическая регулировка. Электрические сиденья, регулируются. Сиденья в идеальном состоянии. Также никаких недостатков нету нигде. Совершенно. Совершенно. Ну и пробег сейчас посмотрим. Так, состояние руля вот совершенно, совершенно. Состояние как у нового руля. Нет никаких коцок на руле, ничего. тысяч пробег у автомобиля. Вот такой вот монитор. Климат-контроль выглядит. И здесь у нас также AUX USB и розеточка. Беспроводная зарядка. Так, и здесь, кстати, еще есть вот по полосам ассистент движения. То есть он возвращает в полосу. Получается, вот такая здесь система стоит. И под капотом глянем. Кстати, вот тормозные новые, совершенно без износа. Просто даже зацепа никакого нету. Капот держится на стоечках, одной рукой открывается легко. Под капотом также все шикарно, просто шикарно, друзья. Никаких недостатков, никаких. Ну и что, запустим двигатель тогда. Даже не знаю, вообще стоит на ней кататься. Тест-драйв делать. Кататься или не кататься? Кататься. Поехали кататься. Так, давай номера цепляй. Поехали кататься. Так, ну и что, поехали делать мы тест-драйв на свежаковой Тойотке. Алексей будет держать камеру. Всем привет. Так. Здесь еще есть, по-моему, активный круиз-контроль, дистроник. Вот такая вот вся система здесь в автомобиле присутствует. Самая максимальная комплектация, повторяю, друзья. Конечно же, мы едем в самую пробку. Спасибо.
дышит вообще. Идеально. Классно. Что это у нас? Очечница здесь у нас есть такая. Довольно крупная. А ну-ка посмотрите, как замечательные очки такие мои. Вообще легко с запасом. Не во всех машинах помещаются очки, кстати. Здесь отлично. Беспроводная зарядочка. Ее можно отключать, можно включать. А, и вот здесь еще вот отсек, да, есть. Через рельсы вот прошла вообще шикарно. Комфортная. Вот мигает у нас слепые зоны. Сработали сейчас машина. Пошла у нас. Показать, я не знаю. Система LDA какая-то недоступна почему-то. Ох ты, она ведет обратно в полосу. Представляешь, я уходил чуть-чуть с полосы, и она мне раз такая подрулила. Ничего себе. Как на Мерси 222-м, а? Так, а здесь, наверное, на малой скорости разметка уже плохая. Она этого, наверное, не делает. Не пойму, на какой. После 40, что ли, или как. Пока я не курил. А, и, ребята, очень важный момент, про который я не сказал. Это здесь стоит музыка JBL. Мне очень нравится JBL звук. Не ради рекламы снимаем здесь ролики. Мы для вас, чтобы вы понимали, люди, как, какая машина. Вот. Это людей не надо. А не ради заработка. Так, и здесь вот военная дорога началась у нас как раз таки. Ремонт дороги идет. Разбитая. Спартанская дорога, я бы сказал бы. И вот как раз камеры здесь мы и проверим. Это LDA. Ниже 50 км в час эта система не работает. Система LDA. Система рулевого управления. Ну, дистроник тоже вот сейчас не могу включить. Не знаю, в какой момент он включается. Может быть, на... Тоже на какой-то скорости. Выше, чем сейчас. Друзья, ну что я вам скажу, новый автомобиль, естественно, мы его одобряем. Покупки вам с удовольствием рекомендуем, потому что это новый автомобиль. Стоимость такого автомобиля сейчас, в данный момент, по-моему, что-то около 2,8. Да, 2 миллиона 800 тысяч, вот, примерно, в таких пределах. Этот же у нас сейчас 2,100. Да. То есть экономия ощутимая. А дальше решать вам, конечно, друзья. Мы находимся в Краснодаре по адресу Ставропольская, 324. С удовольствием вас ждем в гости на тест-драйв. Приезжайте, покупайте. Всю информацию об автомобиле мы вам дали, друзья. Один владелец автомобиля. Один, да? Да. Машина не битая, не крашеная. Абсолютно в идеальном состоянии вся. Еще, по-моему, она даже в 2019 году приобретена.
И также мы приглашаем на продажу автомобилей. Если у вас есть туда автомобиль, который вы хотите реализовать, пожалуйста, мы займемся этим за вас. И вообще, я считаю, что должен заниматься каждый своим делом. Если вы не занимаетесь делом, занимайтесь своим делом. Мы будем заниматься продажей ваших автомобилей или подбором автомобилей для вас. Также у нас есть автосервис, на котором можно автомобиль обслужить, починить, отрихтовать, покрасить, восстановить, в общем, все что угодно. Сделать предпродажную подготовку, химчистку, полировку, покрытие составами, там, стеклом и так далее, жидким стеклом, там, керамикой, от и до. Все возможные опции мы предоставляем, друзья. В общем, с удовольствием вас ждем у себя. Всем всего хорошего. С вами был Сергей, партнер авто. Удачи вам, друзья.